Итак, первый финалист у нас определился. Им стал банк ВДБ. Сейчас будем определять финалиста номер два. Играют Комус и Татнефть. Вот будем как раз выбирать лучшую команду, наиболее достойную финала именно из них. Татнефть в зеленой форме. Комус в белом и красных цветах. У Татнефти был сегодня очень сложный и, что еще более важно, энергозатратный матч против X-Fit. Забили в самом дебюте. Потом на поле мы видели фактически только X-Fit-овцев. Но X-Fit в положенное время матча забить не смогли. В итоге так и закончился матч 1-0. Комус обыграл ВТБ страхование 2-0. Там было преимущество красно-белых более явным, очевидным. Комус смотрелся явно лучше. Сколько раз мы называли Татнефть кубковой командой, ну, наверное, даже не счесть, но вот сегодня стало абсолютно ясным, что легкой прогулки у них по кубку не получится. Тяжело будет этот статус поддержать. Первый матч принес большое количество неприятностей. Но и сейчас начало второго поединка сегодняшнего дня. Обратите внимание, тоже пока моменты у Комуса вот в эти две минуты. Это самый дебют матча, но тем не менее. Некоторые вещи обнажают себя. Резев. Щукин. Да, все были закрыты. Поэтому и пас получился такой. Нарушение. Право на штрафной получает Комус. Судья показывает строго по свистку. Сейчас стенку отодвинет на положенное расстояние. У мяча сразу группа игроков. Посовещались о чем-то. Снова нарушение, но теперь фолит Комус. Удар! Хорошо, обманули вратаря и забили. Поближе!
1-0. Нефтяники вышли вперед. Комбинация смотрелась голевой, но в итоге с этим мячом не увенчалась. Перешвили бьет. Сели, сели, лево! Снова мы перешвили. В этот раз передачу делал. Поджали, там, там, поджали. Три минуты до перерыва. Ударь 107, стартов 107. Было финал между ними сделать. Надо было, говорю, финал между ними сделать. Грановский, Перезева подключает к атаке. Удар. Нарушение правил Татнефти. Там и там остались, поджали. Щукин. Далеко по флангу мяч послал. Снова фалят зеленые. Грановский. Сам прошел баллистов 3-4 и супер шанс был. Заброс сразу на Грановского. Мельников. Не лег мяч на ногу. Ну все, заканчивается первый тайм. 1-0, Татнефть впереди.
второй тайм. Татнефть пока обыгрывает Комус. Но у Татнефти 4 нарушения правил. Об этом обязательно нужно помнить. В следующие 10 минут больше не фалить. Ну ладно, можно хотя бы один раз фалить, но не два, потому что за второй сразу поставить 10-метровый удар в их ворота. В составе Комуса есть очень неплохо бьющие футболисты. Вот вопрос о кубковости. Да, Комус тоже кубковая команда. Помнится, как обыгрывали в финале спецсвязь. Насколько помню, это было мероприятие при поддержке ВГТРК. Проходило в дворце спорта «Динамо» на Лавочкина. Так что две кубковые команды сейчас встречаются между собой. И в пляжных турнирах Комус тоже очень здорово себя показывал. А там были, насколько мы помним, кубки. Грановский. Угловой. Мяча Грановский. Мельников один. Грановский, мы пришвили, сразу на него нападает. И гол забивает Комус. Вот так вот, казалось бы, из ничего возник этот момент. Быстро разыграли аут. Две передачи. И ворота взяты. 1-1. Тайм-аут берет нас Татнефть в перерыв. Один один. И по фолам по-прежнему 4-2. Удар. Хорошая стенка. И очень точный удар. Снова впереди Татнефть. 2-1. Щукин. Переозев 3 в 3 атакует Татнефть. Ну, конечно, мы перешвили, просто так не пройдешь. Гол! Снова 2-2. Игра пошла почти без центра поля. Команды сразу направляются к чужим воротам.
Рязев. Грановский. Главой нефтяники подали. Снова 3 в 3 атака. Четвертый защитник Утатнефти готов подключиться, но как-то не торопится. Все равно Берязев. Удар, штанга. Третий гол Комуса снова как будто из ничего. Да, уже 2-5, 2-1. По передаче отдавал, ребят. Ваня, здорово, Ваня. Какой номер? Скажи, 12. 12, все, спасибо. Рязев. Грановский. Нефтяникам отыгрываться надо. Рязев. Низамов. Ушел мяч за пределы поля. Румчик, останься, Ром. Ваня. Ваха, Ваха! Внимательно, Ваха, сядь. Мы перешвили 3 в 2, атака Комуса. Можно точку ставить в матче сейчас, если забивать. Да! 4-2 за минуту и 50 секунд до финального свистка. Утатнефти все меньше и меньше шансов становится. Хотя бы на ничью. Грановский. Сам пойдет. И Берязев. Удар его. Низамов уже готов был мяч в пустые ворота посылать. Если бы не защитник. Грановский. Гол. 3-4. За минуту до конца постоянно меняется счет. Вот так рикошет. Рязев. Удалось мяч спасти. Слово хорошее. Атака Комуса очень быстрая, стремительная.
Низамов развернулся. 30 секунд, по крайней мере, на один забитый мяч осталось. Можно с мячом здесь просто постоять на углу поля. Товарищ судья, товарищ судья. Тайм-аут собирается взять Комус. 20 секунд. Мельников, Низамов. 10 секунд. Ну, до верного пытаются разыграть нефтяники момент. Десять секунд ровно до конца. Ну, тайм-аут берет Комус. Так, надо продолжать. 8 секунд еще. Паперишвили. На угол поля не получилось мяч отправить, но главное подержать его сейчас. 3. Все, сирена. 4-3, победа Комуса. Прикольно.